Друзья, всех приветствую, меня зовут Евгений, вы как всегда на канале Попади в десятку. Сегодня на обзоре у нас PCP пистолет от компании Krieger Gun, Corsair 5,5 мм. Перед тем как мы начнем, обязательно подпишись, поставь лайк и прокомментируй видео. Все эти простые действия нам помогут в развитии канала и делать больше клевых обзоров. А мы начинаем. Интернет-магазин Попади в десятку. Образец произведен компанией Krieger Gun и относится к PCP пневматике. Выстрел происходит благодаря сжатому воздуху, который находится под давлением в специальном резервуаре. Отслеживать уровень давления можно благодаря манометру, который находится на дульной части пистолета. При покупке данного товара следующие вещи входят в комплектацию. Во-первых, это один магазин барабанного типа на 7 патронов. Далее наблюдаю один заправочный штуцер и, конечно же, инструкция на языке производителя. Стреляет пистолет воланчиковыми пулями калибром 5,5 мм через нарезной ствол в одиночном режиме. Для воспроизведения выстрела пистолет необходимо взвести, и мы готовы к стрельбе. Предохранитель у данной модели, конечно же, есть, и он находится на левой части корпуса. Из прицельных приспособлений я наблюдаю мушку и целик с фиброоптическими нитями. Корпус выполнен из металла, а пистолетная рукоять из дерева. Такая комбинация дала вес нашему образцу в районе 1 кг. На верхней части корпуса мы видим планку «Ласточкин хвост», куда можно установить, например, прицел. Общая длина обозреваемого товара 320 мм, из них 180 – это длина ствола. Объем ресивера 72,5 кубических сантиметра. По заявлению производителя, скорость полета снаряда достигает 200 метров в секунду. Для российских пользователей образец продается ослабленный с разрешенной мощностью в 3 джоуля, что полностью соответствует с правилами Российской Федерации по свободной продаже или покупке данного товара. Говоря проще, для того чтобы приобрести данный пистолет, не потребуются дополнительные документы, разрешение или регистрация в Росгвардии. Вот так просто прямо сейчас можно прийти к нам в магазин и сделать покупку. А еще проще это сделать онлайн. Раз уж мы заговорили про интернет-покупки, давай я расскажу тебе, где сделать это проще всего. Приобрести данный товар можно у нас на сайте, и сделать это просто. Вам нужно перейти в описание видео, перейти по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий, и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно. Доставка по всей России. Ну что, дорогие друзья, наш обзор подходит к концу. Если вдруг у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. А если у вас уже есть данный пистолет, то поделитесь впечатлениями об использовании. С вами был Евгений. До скорых встреч!